Ну, вот я прибыл в больницу в Курганинске по поводу Кузи. Это вот я. Вот разговариваю с главным врачом, чтобы снять Заведующая ажиотаж, отделением. заведующей отделением, как Астахова Елена Ивановна. Астахова Елена Ивановна. Человек в возрасте, обманывать нас не будет. Поэтому мы сейчас просто пройдем. О, то есть, вот заведующее отделение говорит, что у Кузи все есть, правильно? Ничего не надо. Нет, пока ничего не надо. Все нормально. Мы можем Лекарств не взглянуть надо. просто. Ну, я просто показать вам. Да, показать, что все нормально у него. Ну, мы, конечно, лечим его, немножко больной, но чтобы ничего не Нет, там касается. просто снять эту напряженность. Так, где наш Кузя? Это самое. Мишенька, ты знаешь, здесь. Вот он, Кузя наш. Ты не бойся, иди, я не буду. Вот он, Кузя. Да, красавчик. Кузя, ты меня не узнал, Кузьма? А Нет, не узнал. Кузьма, не узнал меня? А кто тебя на машине все время дед катал, помнишь? Помнишь? Хороший мальчик такой. Ну вот он, и все нормально у него. Что там ручка у него, нет? Немножко болит, ну на ручку мелкоты, так сказать, к нему капельки ставим, да. Он поносил, когда поступил. Худенький такой стал. Ну, худенький он, да. Худенький пришел. Ну все, большое спасибо вам за информацию. Мы все убедились, все спокойно. Все, спасибо большое. Я к тебе в обед заеду, хорошо? Спасибо.